Всем привет, уважаемые подписчики! Сегодня я приехал на работу, и, как обычно, мне пришлось начинать свою работу с чистки фильтров, настройки света. Но, честно, я очень устал уже угадывать, где какие провода. Поэтому, как вы видите, очень много здесь различных проводов, таймеры. Аквариума здесь достаточно много. Кругом проводка. Тройники, удлинители. Честно, я устал, реально устал каждый раз выискивать от начала провода, какой провод к чему идет. Поэтому я для себя сегодня решил пометить каждый провод вот такими вот скотчами. Соответственно, то есть красный — это будет использоваться для обогревателей, для маркировки обогревателей. Желтый будет использоваться для маркировки освещения. Зеленый — для подачи фильтрации, то есть это фильтра, помпы, внешники. Ну и синий — это будет непосредственно, наверное, уже кислород. То есть сейчас мне предстоит над каждым проводом доклеить вот по такому отрезку скотча. Ну и сейчас я займусь уже именно поклейкой. Ну и посмотрим, что получится. Итак, ребят, процесс уже, собственно говоря, пошел. Я уже начал маркировать провода. Как видите, везде уже свои разные цвета. Честно, это еще займет у меня около часа времени, поэтому я не буду сильно вдаваться в подробности. Задумка моя всем, по-моему, должна быть понятна, ничего здесь сложного нет. Кто-то может спросить или сказать, мол, страдаешь фигней. Ребята, это абсолютно не страдаю фигней, потому что в среднем здесь у нас на разводне около 40 аквариумов. В данный момент из них только 38 рабочих. И на каждый аквариум приходится 3 провода в среднем. То есть это обогрев, это фильтрация и это свет. То есть умножаем 40 на 3, даже не считая удлинителей и всего остального, и получаем около 120 проводов. И играться каждый раз, угадывать, где какой провод, я, честно говоря, устал, поэтому хоть немножко, но я себе облегчил это муторное занятие. Надеюсь, было видео кому-то полезным, кто-то, может, возьмет себе на заметку. Задавайте свои вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, буду постоянно подгружать новые видео. Всем пока-пока!